Сегодня ночь с 19 на 20 октября. Приехал я на реку Аку под Серпухов. Пытаемся ловить судака, налима. Ловля происходит на живца. В качестве живца у нас выступает маленькая плотвичка, акушок, пискарик и прочие мелочи. Даже подустки есть. Вот. Ловил я его на подъемник. Место здесь интересное. Есть маленькие закутки, где и получилось наловить у меня мелочи. На это у меня ушло где-то часа полтора, наверное. Плюс расставил спиннинги. Дорогу очень долго занимает. Место труднодоступно довольно-таки. Пешим ходом от платформы АК сюда добираться порядка полутора часов. Час 15, час 20, может. Это при средней загруженности. Рюкзак не такой тяжелый у меня был. Вот. Ночь довольно-таки холодная. Синоптики передают до минус 5. В принципе, это и мало. И так заметно. Видно. Я забрал с собой запасные сапоги. После того, как я их снял, в принципе, видно, да? То, что как бы все позамерзало. Сапоги сами. Все закристаллизовалось. Малявочница, которую ловил, замерзла. И она хрустит просто. Малька посадил сюда, видно. Лед образовался в течение буквально минут, наверное, 40-50, около часа намерз. Здорово намерз. Курочка вот такая у нас появилась. Интересно. За это время, пока сидел, ловить начал с 7 часов. Время сейчас 9. Ухо видно. Взял я сегодня камеру. Да, 9 часов. Все позамерзало. Все катушки, все спинги прихватил. Слоиния. Если возле костра сидишь тепло, то спиннинги покрылись такой вот интересной корочкой. Некоторые катушки отказались работать. Мерзлась летня, намерз песок. Вот. Прихватывает мороз пальцы, даже пальцы мокрые, дотрагивающие до железных частей катушки. Произошла поклевка, как я понимаю, у меня, потому как здесь больше, ближайший выше меня километра полтора точно никто не ловит, ниже где-то в районе километра, ближе уже к железнодорожному мосту, ой, к автомобильному мосту, неизвестно какая думка сработала. Наверное, скорее всего, схватило, чуть-чуть потрясывает. Может, акушок, но окунь навряд ли. Ночь уже обычно в сумерках берет. Или поутру, может, в течение дня хапнуть. Пока тишина у нас. И периодически поклевки происходят. При перезабросе не обнаружил двух живцов на своем месте, где они должны быть. Нету. Ну ладно, дегустируют, ходят, дегустируют. Бьет, а кто, неизвестно. Мелкий акушок, может. Вот у меня под перекат стоит. Забросил я его, здесь у меня плотвичка. Пока ничего, тишина. Ну ладно, если сядет, то услышно. Увидим. Надо возвращаться к костру, за костра тепло, хорошо, не так сказывается мороз и так далее. Сказать, чтобы замерз, да не сказать, довольно-таки тепло возле костра. Сидим, попиваем чай, кофе,
в одном термосе, в чае большом, в маленьком кофе, я даже разнообразие. Здесь водичку взял. Ой, шиповником. Говорят, полезно. Поддерживает иммунитет. Попиваем его на рыбалке, чтобы не ослабить в определенных условиях его. Вот, вещи лежат. Вот, ну ладно. В течение рыбалки, если будет поймана рыба, буду отснимать дальше материал. Посмотрим. Погода хорошая, ветра нету. Небольшой заморозок. Ну, в принципе, для той рыбы, за которой мы приехали, это налим. Надеюсь, он порадует нас сегодня. Пока тишина. Периодически одиночные поклевки. На данный момент это сейчас, которая произошла, это была уже четвертая. Подходит, бьет, уходит. Ой, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Отснимем в течение ночи. Времени еще много. Целый вагон и маленькая тележка, поэтому спешить, собственно, особо некуда. Стоило мне опять отвлечься на употребление пищи, поскольку решил, что надо сделать обед. Время у меня по 35.11. Произошла поклевка на плотвичку. Подбежал, подсек, и вот такой вот замечательный налимчик посетил меня. Это первый мой в жизни налим. Я его никогда не ловил. Только читал. Место мне это показал один товарищ. Он показал, а объяснил, рассказал, как добраться. С этой рыбой никогда я не сталкивался. Все, что было сказано, блин. Просто у меня сейчас буря эмоций. Поймать первую в жизни налима. Вот. Было удивительно, в принципе, я ни на что не рассчитывал. Вот, налим, ну, я так думаю, грамм на 300, не больше. Интересная рыба довольно-таки. Никогда я ее не видел. Красивая, своеобразная, как змея. Клюнула на меня, на плотвичку несчастную. Ну, вытащил. Сопротивление при уважении, в принципе, среднее. Я бы не сказал, что уж прям упирается. Да, возле берега чуть-чуть упирался в песок. Поводок заглотил жадно. Придется, наверное, отстегивать, сажать его в садок. Вот. Класс, рыба классная. Блин, прям, я не знаю, у меня сейчас адреналин. В принципе, как у любого, наверное, человека, который когда-либо в жизни долго ездил за рыбой, и, наконец-то, у него это получилось. За этим парнем я выехал второй раз в жизни. Первый раз у меня ничего не получалось, не заладилось. Я отложил на долгие 2 года его ловлю. Вот. Ну. Не зря поехал, не зря рискнул. В принципе, рыбалок-то таких, что пожалеете о рыбалке. Ну, я не знаю, лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе. В принципе, вот так, как я и обещал, по улову отписался. Поклевка средняя, как у подлещика некрупного. То есть 2, 3, 4, 5, 6, 7 ударов, тишина, потом опять. Вот, поймал я его прям под перекат кидал. Вот. Было, наверное, на этом спинге поклевок 6. И вот, наконец-то я его поймал. Ух, буря эмоций, адреналин прям, я даже не знаю, как это описать. Здорово, здорово, ребята. Ловите, ловите, и все у вас получится. Ну, в принципе, а дальше буду дальше писать. Записывать уже как, если что-то еще поймаю. Здорово, здорово. Это замерзший кубик, живец. То, что превратился он за 7 часов вечера и вот до утра.
до 7 часов утра, за 12 часов замерз напрочь. Холодно было ночью, но костер выручил, и выручил здорово. Поклевок больше не было. Поймал одного налимчика ночью. Соседи на том берегу легли спать. Час ночи. С левой стороны, по моему берегу, где-то ориентировочно, где-то полвторого, перестали с фонариками бегать. Погас у них костер, легли они спать. Как я понимаю, значит, клюв был не ахти. В принципе, пустым не возвращаюсь. Тем более, первым налим вообще за все, сколько я ловлю. Впервые с ним сталкиваюсь. Рыба интересная, довольно-таки своеобразная. Ну и весьма-весьма вкусная. Ха-ха. Вот. Перепробовал кучу живцов. Самых разнообразных. Стоял и окунь, стоял и пескарь. И поддус стоял. Плотва стоял. Вот. Хапал он как раз на плотвичку, на маленькую. И больше после этого ничего не было. Хищник не бил, ни ночью не выходил, ни судак, никого не было. Тишина, спокойствие, чистая гладь. Туман, туман. Ночью подтягивал небольшой ветер, наверное, часов с двух начал, с полтретьего. Осложнил у меня пребывание на берегу. Ну, шло еще два или три раза, бегал я за дровами. Ну, эмоциональная составляющая от этой поездки у меня ни в коем разе хуже не стало. Здорово. Необычно, контрасты. По отношению с летом. Огромная разница. Интересно, интересно. В дальнейшем буду пробовать дальше ловить налима. Еще планирую 2-3 выезда. Это уже будет, как я понимаю, ноябрь месяц. Там, в принципе, видно будет, как лед станет, если будет затяжная зима. Точнее, поздняя. Соответственно, будем ездить в открытой воде, пробую ловить налима. По возможности судака. Это место, я так думаю, я поменяю. Попробую с правой стороны. Немножко я сбился с ориентирами, ушел не туда. Куда мне советовал товарищ, советовал мне как раз вот на этот островок небольшой уйти на косу. Я сразу сориентировался, когда уже спохватился, было уже поздно. Спиннинги стояли, лагерь разбит, дрова заготовлены, живец наловлен. Все перетаскивать мне не захотелось. В принципе, не зря. Поймал, поймал. Просто так. Все отлично, все супер, настроение отличное. Осталось дождаться электрички и можно выдвигаться домой. Ну, в принципе, все. До следующих выездов.